Добрый день, дорогие друзья. Техцентр Автопилот снова с вами. У нас сегодня в ремзоне автомобиль Mitsubishi Outlander 2014 года выпуска с автоматической трансмиссией, с бензиновым двигателем 2.4 объем. Пробег на автомобиле 90 тысяч километров. Мы выполняем плановое ТО 90, меняем масло, масляный фильтр, воздушные салоны, тормозную жидкость, ну а также трансмиссионную жидкость редуктора заднего моста. При диагностике навесного оборудования обнаружили повреждение на приводном ремне. Достаточно много стружки. А зачем электрику пистолета, скажите? Ремешок мы уже поменяли. А в старом ремне очень много металла. Металлические стружки. Соответственно, на холодную он просвистывал. Ну и есть повреждения. Вот видите, вот здесь вот прямо на ремешке уже начинает он рваться. Поэтому нужна была замена его. По времени на такой ремонт мы потратим около 4,5 часов. И сумма ремонта